Сегодня все звонки только для учителей. На областной форум собрались молодые педагоги дополнительного образования. Главное ограничение – это возраст участников не старше 30 лет. Основная цель тоже является обмен опытом, чтобы могли посмотреть, что вот есть в Самаре, в Высоклахов, в Тольятти, что есть вот такие замечательные, талантливые педагоги. В глазах участников горит огонь. Огонь любви к профессии, которую они выбрали. Рядом с ними опытные педагоги молодеют душой. Наставники смотрят под новым углом зрения на то, что могут, умеют молодые педагоги. И, скорее всего, это еще получение заряда энергетики, драйва такого вот педагогической деятельности в работе с детьми. У каждой секции своя направленность, но каждый понимает ее по-своему. Все участники форума уже могут заявить о себе, что они классные молодые педагоги. Сергей Кизоркин, Илья Овсянников, Григорий Плешаков. События.